Всем привет, с вами Дед Мороз, и сегодня мы будем готовить ураганный трэш-коктейль «Цунами». Всем привет, с вами Дед Мороз. Я на тебя посмотрел. Давай еще дубль, да? Ты хочешь руками что-то показываешь. Использую серебряный нож. Holy shit. Ну что там дальше? Так, Василий, нормально меня зовут? Нормально, Вася, отлично. Вася. Нет, Василич тоже как. Всем привет, меня зовут Василич. Не могу. Это мои слова, мне стыдно. Надо подумать, ну придумай, что не могу. Сегодня в канун Рождества. В канун Рождества. Канун Рождества мы будем готовить коктейль «Цунами». Шаришь. Сегодня в канун Рождества... Сегодня в канун Рождества... Всем привет! Меня зовут Василич, и сегодня в канун Рождества мы будем готовить коктейль «Цунами». Я на тебя присмотрю, ну что ты застал? Сейчас нормально здесь? Отлично, так вот. Здорово, это... Это разбак питерского, блядь. Есть водка? Ты пьешь, что ли, же? Пишу. Стой, это поправим сейчас. И сегодня мы будем делать ураганный трэш-коктейль «Цунами». Еще ж какая-то, не смейся. Всем привет, с вами Дед Мороз. И сегодня мы будем готовить ураганный трэш-коктейль «Цунами». Знаешь, как нужно? Трэш-коктейль «Цунами». Это в конце дешево, сейчас смотрится какой-то жиган какой-то. «Цунами». Используя коктейльную ложку, уложить слой серебряной текилы, 30 грамм. Чувак, это рэпчик. Слой лимонного сока, 10 грамм. Выше кидай. Выше? Да, вот сверху. Так, руку поставь уже. Затем, используя сахарную ложку, Затем, используя коктейльную ложку, уложить сахарный сироп 10 грамм слоями. Затем, используя коктейльную ложку, уложить сахар. Пишешь? Сейчас. Так, пойдет нормально? Нормально. И лимон.